Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 мая, пятница, и это Toyota Center Astana. Снаружи находится машина с пробегом от марки Toyota и не только. Первый Land Rover. Две 2020 года выпуска, объем двигателя 2 литра, турбо, пробег 10800 километров, а коробка автомат, цена 21 500 000 тенге. Екман Джермасен Шижелга, Кушколема Ек литр, турбо, ЖРС Вон Мун, Сикс километр. Коробка автомат, бағасы 21 500 000 тенге. Следующая Kia. Без прайс-листа. С вопросами можете обращаться по этому номеру. 40-тар болса, осы номерге звондаңдар. Toyota RAV4. года выпуска, объем двигателя 2,5 литров, пробег 64 000 километров, коробка передач механика, автомат точнее, цена 14 500 000 тенге. Екман вон тоғызын шыжылғы, күш көлемі 2,5 литр, жүрісі 64 000 километр, коробка автомат, бағасы 14 500 000 тенге. Далее Kia. Две 2020 года выпуска, объем двигателя 2 литра, пробег 18 600 километров, КПП автомат. Цена 11 550 000 тенге. Екман жермасын шыжылғы, күш көлемі 2 литр, жүрісі 18 600 километр. Коробка автомат, бағасы 11 550 000 тенге. Далее Hyundai. Две 2016 года выпуска, объем двигателя 2,4 литра, пробег 110 391 километр, коробка автомат, цена 9 750 000 тенге. Екман он алтыншы жылғы, күш көлемі 2,4 литр, жүрісі 110 391 километр, КПП автомат, бағасы 9 750 000 тенге. Toyota.
2012 года, объем двигателя 2,7 литров, пробег 266 тысяч километров, КПП автомат, цена 12 миллионов 500 тысяч тенге. Екаман вон екнши жылғы, кышколемы, екде 7 литр, жүрсі 266 мың километр. КПП автомат, бағасы 12 миллион 500 мың тенге. Десятого года выпуска, объем двигателя 4 литра, пробег 226 200 километров, КПП автомат, цена 14 миллионов 500 тысяч тенге. Екман Уоненши жылғы, кышколемы 4 литр, жүрсі 226 мың 200 километр. КПП автомат, бағасы 14 миллион 500 мың тенге. На этом все. Это был Toyota Center Astana. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Бәріңіздерге көп рахмет. Лайкты басуға және пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Каналға жазылыңдар. Сау болыңыз.